Я Туркин Глеб. Мне 8 лет. Я во втором В классе. Номер школы 102. Я читаю для лабиринт.ру. Стихотворение Роберта Рождественского. На земле безжалостно маленькой жил да был человек маленький. У него была служба маленькая, и маленький был портфель. Получал он зарплату маленькую, но однажды прекрасным утром постучалась к нему в окошко небольшая, казалось, война. Автомат ему выдали маленький, сапоги ему выдали маленькие, каску выдали маленькую и маленькую по размеру шинель. Но когда он упал некрасиво, неправильно, в атакующем крике вывернув рот, но на всей земле не хватило мрамора, чтобы вырубить парня в полный рост.